Этот лось сегодня посетил сразу несколько подворий жителей подгородней Покровки. Бесследно уйти не удалось. На своем пути он ломал заборы, рвал сетки рабицы. Сфотографировать дикое животное удалось жительнице Вере Михеевой, когда женщина выглянула в окно и увидела необычную картину прямо у себя во дворе. Уже через несколько минут на место прибыли охотоведы и ветеринары. У животного оказались сломанные ноги, поэтому лось не смог дальше передвигаться, объяснили специалисты и добавили: у животного бешенство. Как выяснилось, это уже третий случай бешенства в Оренбургском районе за 2010 год. Около месяца назад лиса забегала во двор одной из городских школ. По счастливой случайности она укусила только собаку. Дети были на занятиях, говорят ветеринары. Животное поймали и усыпили. Завтра на территории дома Веры Михеевой специалисты проведут дезинфекцию. Вакцинируют всех домашних животных, чтобы исключить возможность заражения бешенством. Ведь опасный вирус может привести к гибели человека всего за несколько дней.